С момента выхода картины «Зимняя вишня» на экраны прошло уже почти 25 лет, но роль Ольги до сих пор остается лучшей в карьере Елены Сафоновой. Успех этого фильма был ошеломляющим. В 85-м его посмотрели 32 миллиона зрителей, а Елену признали лучшей актрисой года. Слева от нас, которая очень красивая, девушка Оля. Интересно, что эту роль Сафонова получила благодаря случаю. Изначально утвердили Наталью Андрейченко. Однако во время съемок актриса влюбилась и совершенно забыла о работе. Елена Сафонова справилась с ролью блестяще. Она буквально пропустила через себя эту драматическую историю. Но тогда актриса еще не знала, что фильм станет для нее пророческим. Оля, выходите за меня замуж. Вы хотя бы имя мое запомнили, прежде чем делать мне предложение. Меня Ольга зовут. После «Зимней вишни» была не менее яркая роль в советско-итальянской картине «Очи черные». Этот фильм по достоинству оценили иностранные критики, и актрису стали звать на съемки за пределы Советского Союза. Я вас беру на работу. Да, я беру вас на работу не только в качестве аккомпаниатора, возможно, даже творческим консультантом. Почему бы и нет? Фильм «Аккомпаниаторша» снимали во Франции. Елена Сафонова вновь играла влюбленную женщину. Ее партнером по фильму был французский актер Самюэль Лабарт. Лабарт был влюблен в актрису и восхищен ее красотой. Чувства вспыхнули в одно мгновение и оказались взаимны. Несмотря на то, что дома Елену ждал сын от первого брака, она собрала вещи и переехала к возлюбленному в Париж. В Париже Сафонова играла в театре, снималась в кино, а вскоре родила любимому мужчине сына Сашу. Казалось, вот оно счастье, но в жизни Елены началась черная полоса. Муж ее любил, но безумно ревновал. Постоянные скандалы и слезы поставили точку в этих отношениях. Не смей мне врать. Если еще раз ты мне соврешь, мы расстанемся! Она мечтала забрать сына и начать новую жизнь дома, но по решению французского суда до совершеннолетия ребенка увести его с собой актриса не могла. Этот период своей жизни Сафонова вспоминать не любит. Она буквально разрывалась между двумя странами. Сыновья актрисы уже выросли, сегодня они живут своей жизнью, а Елена Сафонова по-прежнему играет в театре и снимается в кино. О личном говорить не любит, но однажды призналась: «Главные мои мужчины – это сыновья. Они делают меня счастливой». Законодавець ювелірної моди – Київський ювелірний завод. Дарую вам дорогоцінні моменти життя. Цінуйте одне одного.